Саша, иди сюда. Расскажи, кого это мы там наблюдаем? Это хвостаком. Но мы раньше тут никогда такого не видели. Там тоже есть хвостаком. Мы его увидели прям близко к мостику. Но он невзрачный, черный прям. Точнее, серого цветом земли. Но он больше. Вон этого. Это тоже хвостаком, но он гораздо взрачнее. Но меньше и красивее. Но что тоже... ты мне можешь сказать об опасности хвостоколов? Да куча всего. Ну, например. Ну, во-первых, у них сильновидные шипы на хвосте. И чем они старше, тем у них их больше. Ой, поплыл. Вроде один шип, нет? Нет, у них их становится больше. Я просто ловил их как бы один раз. Ловили? Да. У него один вот шип был. Нет, у взрослых особей. У них вот даже если здесь поплаваете, видно, у них нарастает такой как плавничок на конце хвоста. И на нем несколько этих зазубрин. Ну, это вот один вот видно. Да, он маленький, здесь вообще огромные плавают. Да. Что там? Тут плавала парочка, у них, наверное, только диск больше метра в диаметре, плюс еще такой же хвост. Ну, видно, что взрослее этой особи.